Всем привет! Вы на канале Tree to Play. С вами я, Кристина. Я Алексей. И сегодня у нас на канале Каз вместе с девочками Катериной Олдсимер и Гулией Лакертой, с которыми мы вместе ведем в группу ВКонтакте. Мы делаем героев телесериала «Богатые тоже плачут». Если не ошибаюсь, Катерине досталась Марианна, а Гулия – детеныш Марианны и Луиса. Ссылочки на группу и на девочек я оставлю в описании под роликом. Почему Луиса Альберта, да, спросите вы? Да потому что... Потому что я умудрилась брякнуть на стриме у Стефа Просим, находясь, что сделал Луиса Альберта, и, в общем-то, вот он сейчас расплаты пробил Луиса Альберта в студию. Кстати, что интересно, фамилия у Луиса Альберта, я назвала его Сальваторе, как это было в испанском варианте, потому что я сначала смотрела на испанском, чтобы посмотреть более четкую запись, более хорошего качества. А потом стала смотреть русскую версию, и в русской версии он оказался нифига не Сальваторе, как я его здесь назвала, а Сальватьера. Вот такое расхождение интересное языковое. Расскажи мне, кто такой Луис Альберто? Луис это персонаж Альберто, сериала? Альберто, персонаж сериала «Богатые тоже плачут». Сериал вышел в 1979 году. Давно. Вышел он, естественно, в Латинской Америке. Луис Альберто сыграл его актер Ракелио Гера, мексиканский актер. Довольно на тот момент ему где-то 30 там, чем-то лет было уже. Он играет, кстати, я не могу сказать, что в фильме его герой там намного старше, чем он сам в реальной жизни. Он играет 32-летнего такого богатенького сынка, который привык мотать деньги направо-налево, тратить, волочиться за женщинами, естественно. Он любил выпить. И вот в сериале он встречает вот молодую, неиспорченную девушку Марианну, которую приглашает отец пожить в этом доме. Ну, там какие-то свои причины есть на то. И он решил. И эта девушка меняет. Ну, он, конечно, изначально он решил, конечно, он хотел воспользоваться. Он там к ней на хромой козе всячески подъезжал, и так, и сяк, и этак. И подкатывал. Ну, это образное выражение. Вот. Ну, она, естественно, как-то поначалу на это на все даже купилась, потом поняла, что у нее стал включаться голова, она поняла, что что-то он, короче, какой-то мутный. Нечестен. Да, но сердцу не прикажешь, что вспыхнула между ними любовь, сложности эту любовь только закалили, и в конечном итоге там все это, конечно, растянулось на 256 серий, но в конечном итоге все были счастливы, жили вместе. 256 серий? Да, 256. Мама. Чтобы сделать Луиса Альберта, я посмотрела 45. Кристина Ягодка опять. Почему не 50? Потому что еще не успела. Значит, посмотрим вместе оставшись. Вот, я когда была мелкая, я, конечно, просто тащилась от этого персонажа. То есть он мне казался таким очень красивым. Я говорю, я уточняла у мамы всякие вопросы там, типа, сколько ему лет? А мама у меня была женщина разумная, она сказала: Кристин, ну заморачивайся. Кстати, то же самое она мне сказала про нашего любимого этого Шона актера. Бина. Да, Шона Бина, которому голову все время отрубают. В смысле? Я в одной... Которого всегда убивают. В «Игре престолов» ему голову отрубили, и все. А других его убивают. Не везде, но в большинстве. Ну вот. И то же самое она мне сказала и про Луиса Альберта. Она сказала: Кристин, когда ты вырастешь, он уже будет настолько старым, что тебе будет просто неинтересно. Я сказала: окей. Вот. Ну... Что делать? Это, конечно. Ну, ты знаешь... А я похож на Луиса. Ну, при чем тут Луиса Альберта? В смысле? Не, ну я же вот маленький 8-летний ребеночек была в тот момент. Мне вот он казался таким каким-то... Да шучу я. Да он на самом деле очень харизматичный просто актер и классно вошел в роль. И актеры-то в то время были другие. Это не как сейчас в сериал наберут каких-то недоделок. Проходимся. Читать умеете? Да, вы приняты. Да, и они там что-то пыжутся, даже смотреть неинтересно, никакой актерской игры.
вообще просто. А раньше брали реальных театральных актеров вот, старой школы актеров, даже если взять там того же самого Михаила Сергеевича Боярского, да, из наших вот отечественных актеров, да, и посмотреть, что он тоже вышел из театра, и, собственно, в театр он ушел после всех своих киноролей. Это не реклама Михаила Сергеевича Боярского. Я люблю Михаила Сергеевича Боярского. О-о-о, зеленоглазая. И здесь та же история. Также в 20 лет попадает Рахиль Угера, актер, в театр, играет театральные роли, там какие-то на телевидении, тоже в небольших каких-то сериалах, небольшие роли он играет, а потом вот в 79-м году он попадает в этот сериал, сериал взлетает, он становится просто мировой знаменитостью. То есть буквально там за год просто из никому неизвестного актера становится известным на весь мир. Это прекрасно. Ну, действительно классно. Нет, брат, он молодец большой. Ой, прям хочется поаплодировать ему. Вот, а еще у самого актера у него очень интересная, так скажем, история из личной жизни, потому что после уже выхода этого сериала я так поняла, что где-то может быть, ну, расходятся источники, где-то кто-то говорит 4, кто-то говорит 6 лет прошло до брака, а ну, где-то в этот же период он знакомится со своей будущей женой, четвертой женой, потому что молодость была бурная у актера, как у Луиса. Вот. Такой мужчина, конечно. И я так поняла, что дочь это была какого-то испанского, латиноамериканского известного актера. Я не нашла даже, честно говоря, самого актера. Но я так понимаю, что он в нее влюбился, когда она была еще девочкой, ей было 14 лет, и он ждал 4-6 лет, он ждал до ее совершеннолетия, пока можно будет вступить в брак. При этом самому актеру на тот момент было 39 лет. В этом браке они прожили 35 лет до ничего самой смерти себе. Актера. Уважуха и респект. Да, кстати, вот прям вот снесло. Прям вот. Вот, да. А все наверняка смеялись и говорили, фу-фу. Да, не получится. А вот она получилось. За деньги вышла, да, замуж. Да, получилось. А получилось, да. А теперь посмотрим подборку Кристины костюмов для персонажа. Ну, я делала такие, похожие на сериал мне хотелось сделать. То есть вот, чтобы он выглядел как в сериале. И какой-то такой вот стиль выдержать. Вот этот стык из 70-х и 80-х. И здесь вот будет еще такой халат сейчас в конце. А реально в сериале у него есть такой похожий какой-то халат такой кимоно. На. Да, да, похожий на кимоно. Вот, все. Спасибо за просмотр.